огонь Прометея или мистика нашей жизни Лариса Александровна Секлитова и Людмила Леоновна Стрельникова. Глава 16. Начальные контакты. Человек, участвующий напрямую или косвенно в контактах, получает выгоду. Его тонкие оболочки насыщаются энергиями высшего уровня, что способствует его эволюционному совершенствованию. Так как его энергопотенциал повышается, выше его учат, тратятся на технические средства, поэтому и сам человек, приобщаясь к этому грандиозному проекту, тоже должен внести какой-то свой вклад в общее дело перестройки. Так как сам он не знает, как это делается, то высшие программисты заранее рассчитывают, в каких ситуациях он должен участвовать, чтобы компенсировать расходы на себя и одновременно проверить качество его души. Отсюда в программу включают заранее варианты жизни с испытаниями, но человеку, не желающему решать проблемы, предоставляют вариант перехода к мирной и спокойной жизни, и в этом кроется момент проверки. Поэтому многие посланники из 12 человек воспользовались правом выбора в сторону спокойствия и благоденствия и отошли от контактов. Мы же, невзирая ни на что, продолжали идти вперед к новым рубежам познания и всю свою информацию зарабатывали честно. Но те, кто испугался и отошел от контактной деятельности, хотя и дали себе послабление, вернувшись к спокойной жизни, не избавили себя от наказания или порицания, которое ждало их после смерти. На одном из контактов, вспоминая об отступниках, Бог сурово сказал: «Когда каждый из вас выполнит свою миссию, вы соберетесь снова у меня, и каждый будет держать ответ, и те, кто не выполнил предначертанное ему, понесут наказание».